В Магадане состоялось заседание экспертной комиссии по распределению субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов. Конкурс среди некоммерческих организаций на территории региона проводится по поручению президента и реализуется с 2012 года. В этом году было подано 3 заявки от магаданских региональных отделений: Союз театральных деятелей Российской Федерации, Союз художников России и областной организации работников культуры. Принимая во внимание, что это все-таки год памяти и славы, все общественные организации решили предоставить социально значимые проекты о победе в Великой Отечественной войне. Все проекты признаны равносильными, равнозначными, удовлетворены полностью и будут профинансированы в текущем году. Общая сумма финансирования составила более 600 тысяч рублей. Все проекты будут реализованы до конца 2020 года.